Территориальная избирательная комиссия по Хабецкому району утвердила результаты выборов депутата Совета Хабесского сельского поселения по одномандатному избирательному округу номер 9. О выборах приняли участие 273 человека, что составило 62% от общего числа избирателей. Голосование прошло в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства. По его итогам депутатом Совета Хабецкого сельского поселения избран Беслан Кедакоев, выдвинутый партией Единая Россия. За него проголосовало 54% избирателей.